последний матч дня. Муленко махнул украинские девушки в красных топах. Вот, на подаче Инна Муленко против Азарины Лесси, Латвия. В синих топах. Ну что ж, дорогие друзья, тем временем стартовал очередной четвертьфинал в красных копах. У нас команда из Украины. Диана Муленко под номером 1, Инна Махно под номером 2. В синих копах девушки из Латвии. Секунду, счет первой партии уступает одно очко своим соперникам из Латвии, девушки из Украины, и Инна Махно на подачу. И сравняли счет. Первая партия украинки. Инна Махно продолжает подавать. Второй номер украинской команды. Удачная атака в исполнении Марты Азолиной. Счет 4-3. Смена сторон. Первой партии Марта Азолина на подачу. Я думаю, что это другое. У нас это на одном. Вот, да, мы делим как-то.
Тащи. Хорош. Да, смотри, да, на машине. О, да, это. Это будет вообще клево. А, в этом. Ну и перевалился все-таки мяч через сетку в этом эпизоде. Это 12 очков в пользу девушек из Украины. 4 очка преимущества по ходу первой партии этого четвертьфинального матча. Смотрим. Смена сторон на центральном корте. Ну, в данном случае уже единственным. На всех остальных кортах игры закончились. Мы в гордом одиночестве продолжаем здесь на центральном корте четвертьфиналы 9-12. Тринадцатое очко Диана Муленко приносит своей команде. 13-9. И Инна Махно отправляется на подачу. Итак, дорогие друзья, завершена первая партия заключительного матча сегодняшнего игрового дня. Инна Махно и Диана Муленко выигрывают первую партию. Повели они 1-0 в противоборстве с девушками из Латвии. Thank you.
И вновь сравнивается счет у нас по ходу второй партии этого четвертьфинала 6-6. Противостояние дуэтов из Латвии и Украины. Напомню, Латвия в синих топах, Украина в красных. Выходит вперед украинки Диана Муленко. Проводит результативную атаку, и она же отправляется на подачу. 7-6. Минимальное преимущество девушек из Украины. Но арбитры подсказывают, что подавать в этом эпизоде должна не Диана, а Инна Махно, номер второй. Счет сравнялся 7-7. Смена сторон во второй партии. Пока что полное равенство. Напомню, что 1-0 по партиям выигрывают девушки из Украины. И на подаче Марта Азолина, Латвия. Счет становится 10-8 в пользу девушек из Украины. Очередная успешная атака в исполнении Дианы Муленко. 10-8. Ну а Инна Махно в этом эпизоде вал подает. Преимущество Украины становится минимальным. 9-10. На подачу выходит Марта Азолина. И это эйс. Точно площадку подает в этом эпизоде Диана Муленко. Сейчас становится 12-9 в пользу украинской команды. Сократили разницу в счете до минимума. В этом эпизоде девушки из Латвии 12-13. Марта Азолина на подаче. 1-0 по партиям. Впереди команда с Украины.
Два сетбола зарабатывает украинская команда во второй партии 14-12. Отыгрывают первый сетбол девушки из Латвии. 13-14. Элис Лечия отправляется на подачу. Ну что ж, завершена вторая партия, дорогие друзья. Со счетом 15-13. Инна и Диана выигрывают вторую партию. И впереди, после небольшой паузы, нас ждет третья партия этого четвертьфинала. Я напоминаю, дамы и господа, еще раз, что завтра, в воскресенье, состоится финальный день открытого этапа чемпионата России совместно с континентальным туром Европейской конфедерации волейбола ЕЕВЗА. Пляжный волейбол. Завтра мы с вами увидим мужские и женские полуфиналы, после чего посмотрим матчи за третье место. Ну и на закуску, как кульминация любого соревнования, естественно, финальные встречи, после чего состоится церемония награждения по итогам этого турнира. Ну и турнир на этом в целом будет завершен. Всех полуфиналистов соревнований и у мужчин, и у женщин мы знаем. У женщин почти всех, потому что еще вот один четвертьфинал не завершен. 2-0 по партиям. Выигрывают Инна Махно и Диана Муленко, представляющие Украину. По ходу третьей партии впереди украинская команда.
Ну, отвечает результативной атакой в этом эпизоде второй номер команды из Латвии Марта Азолина. И отправляется Марта на подачу. Еще одна успешная атака в исполнении второго номера латвийской команды Марта Азолина. Делает счет 4-6. Шестое очко. Третьей партии для себя зарабатывают девушки из Латвии. Но преимущество украинской команды очень и очень весомое. По ходу третьей партии 11-6. В данном случае 6-11. И точно в площадку в этом эпизоде попадает Инна Махно. 12-6, ровно в два раза больше очков. На данную секунду в этой партии набрали девушки из Украины. Двукратное преимущество 12-6. И 13 очко. Третья партия. Диана Муленко. Первый номер украинской команды приносит в этом эпизоде 6 очков преимущества девушек из Украины. И блестящая подача. Инна Махно делает счет 14-7. 7 матчболов, друзья. 7 матчболов у команды из Украины. Переход. В этом эпизоде Инна Махно будет продолжать подавать. Ну что ж, 7 матчболов. Посмотрим.
отыгрывают. Один матчбол. Девушки из Латвии. Отличная атака в исполнении Марты Азориной. 8-14. Еще 6 матчболов есть у Украины. Ну что ж, дорогие друзья, и на этом встреча завершена. Мы поздравляем с победой Инну Махно и Диану Муленко. Девушки из Украины выходят в полуфинал соревнований. Большое спасибо латвийской команде за выступление на турнире. Но девушки из Латвии завершают свое выступление.